Ну вот, друзья, наконец-то завершилось. Проект SpaceAd начал платить. Где мы всего лишь за одну минуту будем зарабатывать по 4 цента. Таким вот образом подходим к монетке, которая горит ярко. Нажимаем E и готово. 4 цента упало нам в карман. И так каждую минуту на протяжении 8 часов. Максимальный заработок от 18 долларов. Сутки. В данном видеоролике я покажу, как умножить эту сумму в два раза, поэтому подписывайтесь на канал, смотрите видео до конца, чтобы не пропустить эту важную информацию. Для того, чтобы зарегистрироваться в данном проекте, переходим по ссылке в описании. Когда только проект появился в свет, я уже делал пост о данном проекте, то есть мы взяли этот проект на проверку, где нам обещали платить до 576 долларов в месяц на просмотре видео. То есть, как я уже говорил, появляется монетка раз в каждую минуту. За каждую монетку платит нам 4 цента. Давайте посчитаем. 0,4 цента умножаем, например, на 10 минут. За 10 минут мы зарабатываем 40 центов. Давайте узнаем, сколько мы заработаем за 1 час. Умножаем на 6. Получается, каждый час мы будем зарабатывать по 2 доллара 40 центов. И нам разрешено зарабатывать до 8 часов в сутки. Умножаем это на 8. И получается, максимальный наш заработок составляет 19 долларов 20 центов. Согласитесь, неплохо. И это только на одном аккаунте. А представьте, если вы будете зарабатывать это на двух аккаунтах одновременно с одного устройства. Итого получается 38 долларов 40 центов мы сможем зарабатывать на одном телефоне. Согласитесь, неплохо, правда? Давайте не буду лить много воды. Первым делом переходим по ссылке в описании. Переходим по первой ссылке, попадая на такую страницу. Вводим свои данные, email, пароль, повторяем пароль и нажимаем кнопку Join, то есть зарегистрироваться. Там все интуитивно понятно, я думаю, вы разберетесь. Следующим действием переходим по второй ссылке, она также будет в описании. Попадаем на такую страницу. Если страница не загружается, рекомендую использовать VPN. Далее прямо наверху нажимаем «Получить приложение». Давайте установим это приложение. Пока наше приложение устанавливается, следующим действием нужно обязательно перейти в Telegram-бот. Ссылочка также будет в описании. Здесь мы нажимаем «Старт». Нужно ввести ту же почту, которую мы вводили на сайте. Обязательно. Ждем такое сообщение, когда будет написано «Добро пожаловать в CoinGlue», ваш идентификатор, ваш email. Ну, в общем, вот это вот все. Значит, вы закрепили свой аккаунт в данном боте. После того, как установили приложение, открываем его, естественно же. Ждем, когда все прогрузится. Далее нажимаем «Let's go», чтобы получить токены. Вводим ту почту, на которую мы регистрировались на сайте. Следующим действием нам нужно подняться вверх на данной странице. И ищем вот такую вот красивую ракету. Можно ориентироваться вот на вот эти вот горы. Нажимаем на эту ракету. Еще раз нажимаем на нее. Далее создаете своего героя. Здесь можно цвет кожи, мужчина, женщина выбрать. Прически, глаза, лицо. Ну, в общем, тут уже сами поиграйтесь. Можно рандомно себе выбрать кого угодно. Нажимаем Create, Start. Далее соглашаемся с правилами. Почта должна быть уже наша, автоматически будет введена. То есть самому ничего тут писать не нужно, печатать. Нажимаем на стрелочку. Разрешаем. Ну и все, мы теперь уже в игре. Первым делом нужно подойти вот к этому треугольничку, нажать E, то есть мы запускаем рекламу. И сразу же справа, вот видите, появился тот самый жетон, который мы будем собирать и получать за это 4 цента за один жетон. Жетоны появляются каждую минуту, строго. Вот таким образом он загорается, подходим к нему и нажимаем E. И все, мы заработали 4 цента. И сразу же появляется следующий жетон, который по истечению одной минуты мы можем забрать и заработать еще 4 цента.
В общем, на этом все. Весь заработок состоит только в этом. Тут на большом экране, вот на этом, показывается реклама. Пока ждете, тут можно побаловаться всякими эмоциями. Он вроде хип-хоп, смотрите, он как пляшет. Он, чтобы не так скучно было. Видимо, для этого это сделано. Побегать, он тут сальтухи делает, все такое, короче. Вот жетончик загорелся. Подошли к нему. И забрали его. Все. Теперь что по выводу? Многие до сих пор не верят, что проект платит. Если перейти на мой телеграм-канал, я здесь уже делал пост, где я загрузил видео от одного пользователя, который в реальном времени вывел себе несколько сотен долларов на кошелек. Ссылочку оставлю также в описании, можете перейти, посмотреть, запустить его для того, чтобы удостовериться. Так, сразу скажу про один нюансик при регистрации, какой может возникнуть. Может появиться вот такое вот сообщение. Здесь два варианта. Либо нужно подождать трое суток, после этого мы можем уже спокойненько заходить и зарабатывать. Я когда регистрировался, у меня было такое сообщение, я ждал 3 дня. А вот жену регистрировал, у нее все с первого раза получилось, и в этот же день она уже могла зарабатывать. Второй вариант — это включить VPN, попробовать через него. И третий вариант, нужно переустановить приложение, почистить кэш. Если есть обновление, то обновить это приложение, и данное сообщение должно исчезнуть. Ну а теперь, друзья, давайте к самому вкусненькому. Сейчас я вам покажу лайфхак, как можно зарабатывать в 2 раза больше на одном устройстве. Кстати, эта игра имеется не только на Android устройство, но также и для iOS. Нам понадобится такое приложение, которое называется MultiSpace. Здесь мы клонируем данное приложение. Таким образом, плюсик. Ищем то самое приложение и вот нажимаем клонировать. Открываем первое приложение. Оно запускается. Потом идем в меню. Вот у меня это квадратик. Нажимаем на иконку. И ищем такой раздел. Разделенный экран. Нажимаем на него. Слева видим, что игра запустилась. Возвращаемся в MultiSpace. И запускаем второе. Вуаля, весь фокус. Теперь мы можем зарабатывать на одном устройстве с 2 аккаунтов, тем самым зарабатывать в 2 раза больше. А это около 40 баксов в день. Заработок ваш будет отображаться на данной странице в личном кабинете. Это та первая ссылка, по которой нужно было зарегистрироваться. Вот мы видим, что платят за один этот жетон, от Reward, 4 долларовых цента. То есть я это не с головы взял. После того, как наберется 50 долларов, там, да, около 50 долларов, тогда мы сможем уже выводить. Просто тут минималка на вывод от 50 долларов. Ну что, друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Здесь кучу различных проектов по заработку. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если возникают какие-то сложности, какие-то вопросы, не стесняйтесь, пишите мне в личку, контакты тоже оставляю в описании. Можете также перейти в наш чат и тут написать какой-либо вопрос. Кто-нибудь из нас, может быть и я, вам с удовольствием ответим. Ну а на этом все. Всем пока.